Всем привет! Сегодня мы будем готовить очередной раз куриную грудку. Здесь у меня 600 грамм куриной грудки. Она вот так вот тоненько порезана на слайсы. В общем, вот так вот. Чем тоньше вы порежете, тем лучше. Сейчас мы еще ее будем отбивать. 600 грамм. Здесь у меня одна морковь, зеленый лук, петрушка. Можете зелень любую добавить. Чеснок. Чеснок можете пропустить. Дальше главный ингредиент – это плавленый сырок. Если вы найдете меньше 4% жирности, то это будет по дюкану. Дальше у меня здесь соль, черный перец, красный перец. Приправы можете любые взять специально для курицы. В общем, все, что вы себе пожелаете. И потом в середине готовки я посыплю просто тертым сыром. Вы можете взять моцареллу. У меня здесь, по-моему, пармезан это. Если найдете, опять же говорю, сыр меньше 4%, можете посыпать. Так, что еще? Еще ингредиент. Это или... Здесь у меня натуральный греческий йогурт, по-моему, 4% жирности. В общем, найдете такой натуральный йогурт 4% или нежирную сметану до 4%, будет по дюкану. Этот ингредиент обязателен. Все, приступаем. Что нам нужно сделать? Нам нужно эту грудку отбить. Я делаю вот так. Вот смотрите, я замотала дощечку пленкой. Вот так я укладываю. Закрываю. Вы можете взять просто полиэтиленовый пакетик. Вот так. Отбиваю с одной стороны. Поднимаем пленку. Переворачиваем. Если встречаются на вашем пути вот такие моменты, это мне просто курицу разделали в магазине. Обычно все это я срезаю до того, как разделывать. Вот эти вот всякие некрасивые места убираем. Опять накрываем и отбиваем с другой стороны. Ну и теперь сразу вот так вот сверху посолить. Солите так, знаете, не сильно, потому что у вас еще будет плавленый сырок. Он достаточно соленый. И все. И вот так вот я убираю на тарелочку. Вот так убираю. И начинаю следующую партию укладывать. Чеснок и морковь я потру на мелкой терке. Чеснок вы можете через чеснокодавилку сделать. Чеснок и морковь. Теперь в морковь с чесноком мы добавим зеленый лук и петрушку. Петрушку туда же шинкуем, нарезаем. Вот когда будете петрушку резать, вот эти стволы жесткие не используйте. Убираем. Теперь я добавлю ложку одну сметаны и одну ложку йогурта. Щедрую. Так, даже, наверное, две. Две ложки йогурта и одну ложку сметаны. Сюда мы добавим красный сладкий перец, черный молотый и соль. Соль по вкусу. Вот кто не знает, сколько соли-то, чайную, 2 чайные ложки. Вот вы добавили, все перемешали и попробуйте. И уже будете знать, сколько соли нужно добавить. Я делаю на глаз. Все это тщательно перемешиваем. Это будет такая наша начинка. Итак, мы берем нашу куриную грудку. Она у нас уже, мы ее подсаливали. И сюда мы выкладываем плавленый сырок. Вилочкой разминаем по всей поверхности. Распределяем. Ну, не по всей, в середине сделайте. И сюда выкладываем ложку начинки. И заворачиваем рулет. Вот так. Вот такой рулетик получился. Выкладываем форму. Итак, мы поступаем со всей курицей. Вот так у меня получилось. Теперь столовую ложку любого растительного масла у меня оливковое. Вот так вот сверху. И ставим в духовку. Духовка уже разогрета, 190 градусов. Пока на 30 минут. 30 минут прошло. Я вот здесь по сусекам вскребла. У меня здесь немножко моцареллы было. Ну, в общем, разные сыры я смешала. И сверху вот так вот на каждый кусочек посыплю. И при той же температуре еще на 15 минут.
Вот такая красота получилась. Посмотрите. Пахнет потрясающе. Так, снимаем пробу. Посмотрите. В разрезе. Потрясающе. Вот такое блюдо у нас получилось. На гарнир у нас запеченный лук, чеснок. Очень полезно. Всем приятного аппетита. Худейте с удовольствием. Всем пока.